Desert Eagle. 10 рублей в день. Как, сука. Так, вот играю в игру Subnautica. Это второе видео по ней. Что-то времени не было на самом деле. Так что у меня тут аптечка, да? Титана до хрена. Ну давайте... А, нельзя аптечку изготовить. Ну давайте сейчас еще посмотрим, может я что-то изготовить могу. Да, могу кислородный баллон сделать. Давай. Наверное, я больше плавать смогу, да? Ну да, вот пишет внизу, я типа... Могу дольше под водой находиться. Водонепроницаемый шкафчик. Ну давай, потому что у меня места мало в инвентаре. Хорошо. Мне бы сейчас еду приготовить, а ну... Интересно, у меня вообще есть еда? Водонепроницаемый шкафчик, батарея, а у меня еды-то нету, кстати. У меня есть вода одна и аптечка. Еды нет. Хреново. Надо пузыря пойти поймать. Так, я все понял. Давай тогда. Я, значит, оставлю. Видите, тут сигнальная ракета до сих пор дымится. Я тогда вот так сделаю. Видите, шкафчик? Вот так. Тогда я в него переложу батарею. Я не знаю, зачем она нужна. Титан пусть останется. Фильтрованная вода, аптечка пусть со мной будет. Вот так. Есть у меня, видите, у меня кислородный баллон. Да, то есть реально помогает. Я не знаю, зачем мне вообще вот эти грибы нужны все кислотные. Нахрен я их подбирал. Пусть несколько останется на всякий случай. Так, теперь мне нужна еда. Воды чуть-чуть есть, еда. Я надеюсь, ящик никуда не уплывет мой. Так, так. Во-во-во, вот эту рыбу мне... Что за хуйня? Пиздец, сейчас что-то лагнуло на секунду. Черт. Кстати, вот этот корабль в прошлый раз рванул, вот этот Аврора. Когда я уже запись отключил. Давай пузырь. Пузырь же, насколько я помню, называется. Ко мне. Да ладно, это нереально. Взято пескун. Разблокирован рецепт. Приготовленный пескун и обработанный пескун. Ну нет, в прошлый раз это не пескун был, да, что-то новое. Оказывается, я только сейчас узнал, что можно из-под воды залазить сюда. Так, давай. Приготовленная еда. Приготовленный пескун. Обработан, так, хорошо. Пусть тогда еда будет со мной, пока есть рано еще. Еда будет со мной. Видите, ночь, вот пиздец темно на самом деле. Реально пиздец. Кстати, еда может прокисать, потому вот лучше ее, так сказать, сильно не наготавливать. Пока я кварца возьму. Кварца. Да, вот еды на самом деле. Вот сейчас, наверное, ночь закончится. На самом деле, лучше ее съесть, потому что на самом деле она быстро может прокиснуть. Сейчас надо посмотреть, короче, что можно приготовить вообще. По сути, мне пока не особо тут ящик нужен, да? Так, продовольствие, персональное оборудование. По сути, мне сварочный аппарат нужен. Для этого мне нужен магний, пыльца камикадзе и титан. Магний и пыльца камикадзе. Во, магний. Магния мне нужен кристалл из соли. Блин, как тяжело-то, а? И вроде как я еще слышал... сейчас скажу...
Давай стекло сразу сделаю. Вроде как мне нож может пригодиться. Кислородный баллон может тоже пригодиться, но мне для него титан нужен. А, у меня же есть и так кислородный баллон. Ну да, короче, мне сварочный аппарат нужен, насколько я понимаю. Еще нож может пригодиться, но для него мне нужна силиконовая резина. Гроздь семян водоросли. Короче, мне по сути сварочный аппарат и нож, вот, да, наиболее такие вот, то, что нужно, чтобы дальше играть. Я так понимаю, что тут кое-что можно только с помощью ножа собирать. Опа-на, рыба какая-то. А ну, ко мне. Есть еще один пескун, пусть будет. У меня пока место в инвентаре есть. Кислотный гриб, я так понял, он нахер не нужен на самом деле. Тварь подлагивает. Металлолом. Металлолом, давай. У меня пока место есть. Вот тут можно кислород брать, вот из этих пузырей. Они когда выходят, ну это я в прошлой серии рассказывал. Еще. Ох, ебать, смотрите. Пиздец, я так понимаю, это какое-то ядовитое смертельное облако, да? Пиздец, страшная хрень. Я бы лучше не подходил к этой рыбе, на самом деле. Че тут, я океан не особо люблю, потому что там всякие страшные рыбы вот эти обитают. Пиздец. Заметьте, я вот эту водоросль собирать не могу. У меня просто кнопка висит, водоросль, надпись, но собирать я не могу. Давайте быстренько грозди вот эти соберем. Отлично, это вроде то, что мне нужно было как раз. Быстрее всплывай, всплывай. А, ну все, я сейчас свижу, смотрите. А, нет, выжил. Ну, закашлял чуть-чуть, но выжил. Так, отлично, теперь я по сути что-то могу построить. Видите, вон космический вот этот корабль. Он взорвался, как я сказал, но я вот... Это за камерой было, когда я... так сказать, не фрапсил. Хотя я на самом деле не фрапшу, а на ОБС снимаю. Так. Вот тут что-то плавает. Не знаю. Кислотный гриб, да, он нахер не нужен. Так, давайте. Вот сейчас надо поесть теперь. Пескун. Отлично. А, это сырой пескун, блин, это сырой пескун был, сука. Так, а как мне воду готовить? Мне вода нужна, кстати, еще. Вода. Пузырь нужен, чтобы воду делать. А, пузырь, я понял. Угу. Давайте теперь силиконовую резину. Силиконовую резину. Все, только одну штуку. Отлично, нож. У меня есть нож. Замечательно. Вроде как эта вещь такая полезная. Теперь, насколько я понимаю, мне нужно сварка. Она же есть, сварочный аппарат. Магний и пыльца камикадзе мне нужна. Нож у меня... Вот, видите, нож у меня экипирован. Хорошо. Блин, да, мне теперь вода нужна. Аптечка. Пескун, кстати, скоро пропадет. Давайте я его съем тогда сразу. Мне, короче, пузырь нужен, чтобы... А, у меня вода, кстати, есть, только одна бутылка. Гроздь семян водорослей. Экипировать. Нахрен мне ее экипировать. Ладно, титан приготовлю тогда. Из того, что у меня есть. И стекло. Отлично, отлично. Кислородный баллон еще один. Кстати, я могу трубу сделать. Не, еще один кислородный баллон мне, наверное, не нужен или...
Водонепроницаемый шкафчик не нужен. Ладно. Давай тогда так сделаем. Грибы я все заберу, короче, и выкину их. Вот так. А взамен вот эти все кварц, титан поперекладываю. Хорошо. Давайте аптечку еще одну. Ну, мне на самом деле одной хватит. Вот одну вот так можно сделать. И идем дальше. Отлично, видите, уже светло на улице. Нож теперь есть. Замечательно. Давайте сразу повыкидываю. Вот эти кислотные грибы, которые, как оказывается, мне не нужны, насколько я понимаю. Просто разбросали их. Ох, металлолом еще. Так, пузырь мне нужен. Это гриб кислотный, пузырь. Вот еще бы вопрос, они же ведь в разных местах все время оказываются. То есть, где мне еще этого пузыря искать, вот вопрос. Пузырь? Нет, бумеранг. Спрячем. Попить надо. Ой-ой-ой, случайно выкинул, ты чё? Отлично, попил. Теперь мне нужен пузырь, чтобы воду сделать. Пузырь. Опа-на. А ну-ка. А, это бумеранг. Вот ящик какой-то. А ну. Фрагмент солнечной панели, но я не могу его, к сожалению, открыть. А ну-ка. Видите, заебись, как я ножом режу, и у меня как бы добывается вот. Хорошо. А ну-ка. Черт, я рыбу случайно выкинул. Отлично. Ты пузырь, нет? Нет, это... А ну-ка, а убить тебя можно? Смотрите, я бью его с ножа. Интересно, он чё, умрет, нет? Оп, металлолом еще. До хрена металлолома. Смотрите, тут рыбы какие-то новые. Вот в прошлой серии их не было. Это, кажется, реально новые рыбы какие-то. Угу. Ну, нормально, что-то подобрал, кстати. Блин. Пиздец, я так от дегидрации сдохну, или как это называется. Ты пузырь? Ты пузырь. Отлично. Взято пузырь. А ты? Ты, блин. А ты? Взято пузырь. То есть у меня теперь два пузыря, я правильно понял? Кстати, я их могу сырыми есть, но они воду отбавляют, и особо аппетита не прибавляют. Давай еще металлом. Я, короче, думал сплавать еще раз к тому космическому. А. Видели? Я бью, и из него кровь вылетает. Ладно, я думаю, сейчас пойти. Вода же не протухает, я так понял, да? Пойти сейчас воду сделать. Давай. Потому что еды у меня до хрена сейчас, по сути. Давай. Блин, на самом деле, вот интересная игра вот эта. Реально такая необычная. Воду. И еще. Две воды. Отлично, потому что реально вот еда вот эта прокисает, потому ее, конечно, лучше особо не наготавливать. Да, мне сварка нужна. Титан, пыльца, камикадзе и магний. Я не знаю, где все это брать. Опа-на, я могу фонарик сделать. А ну-ка. Я, походу, могу реально фонарик. Сейчас, постой, давайте выпьем воду. Выпьем воду. Возьмем батарею. Я, кажется, сейчас себе фонарик сделаю. А ну-ка. Я более чем уверен, что сделаю его.
Вы чё, охренели? Почему нет? А, мне стекло нужно, у меня стекла нет. А, во. Вот теперь будет оно. А теперь что не так? А, я не туда смотрел. Есть фонарик, отлично. Не знаю, сильно он мне пригодится или нет. Конечно, сварочный аппарат мне как-то нужнее бы был сейчас. Ну, я понял, короче. Есть у меня теперь... Вот черт, у него зарядки не бесконечно. Хреново. Ладно, давай, прячься тогда. Да, у него не бесконечная зарядка. Ну, давайте тогда я титана себе наготовлю. Потому что я его реально много сейчас могу сделать. По сути, я же из металлолома ничего другого и не смогу сделать. Титановый слиток давай один. Окей, ну давай тогда, прячься. Титановый слиток, семена синей пальмы, гроздь семян водорослей, семян, семена. Они ж явно не будут протухать, да? Ну как-то так. Давайте я игру сохраню. На всякий случай. Есть, игра сохранена. Так. А где мой... Вот он. Ну все, теперь можно... Блин, ты... Нахуй ты лагаешь? Теперь можно поплыть к космическому, к этому. Яйцо существа, ни хрена себе. Пусть будет яйцо существа. Место у меня есть. Какие-то звуки такие непонятные. Дельфины или кто. А если я тебя убью, нет? Убил же, смотрите, убил. Убил. А подобрать нельзя, нахрена я это сделал тогда? Ну ладно. Так, вода, еда, пока все есть. Всплывем. Ага. 10 метров это хуйня на самом деле. В этой игре намного более глубокие участки есть. Это, конечно, вот 20 метров. Видите, на 20 метров спустился. Конечно, вообще на самом деле не расстояние. А ну-ка. Смотрите, тут сколько металлолома, по сути, но подобрать что-то не получается. Кварц. И все, что ли? А что-нибудь полезное, нет? Охренеть, тут какая-то рыба-пила, что ли, летает. Смотрите, он плавает, точнее, а не летает, конечно. Угу. А это что? Металлолом вроде какой-то плавает, но нельзя подобрать. Пиздец, что-то тут опасно. Вот это можно подобрать. Вот видите, тут уже глубина более такая весомая. Да. Обнаружена радиация, черт. У меня, короче, ХП теперь. Соберите водоросли с помощью ножа, давай. Разблокировано сетчатое волокно, ребризер, отлично. Знаете, я, короче, вспомнил, почему я не мог к этому космическому кораблю подплыть. Там же радиация. Я вспомнил. Точно, я же к нему не смогу близко подплыть, ну да. Охренеть, смотрите, как... Ну, я надеюсь, вот эта рыба, она не хищная, нападать не будет. Да это прям мамонт какой-то. Так, яйцо существа. Давай, и кварца давай. Подпитаемся чуть. 36 метров тут глубина, но опять же, это абсолютно. По сравнению с тем, что в этой игре есть, это даже не глубина. И что тут? Нахрена мне было написано разбить выступ? Ох ты, пиздосан.
Ебать, она мне 40% хп снесла, 30, ёб твою мать. Нет, мои ожидания не оправдались, она все-таки хищная. Пиздос. Пиздос. Еще что-нибудь подберу. Пурпурный веер давай. Семена пурпурного веера. Пиздец она, тварь какая, а. А давайте я еще воды сделаю, потому что реально она не прокисает, как я понял. Это бумеранг, так, пузырь. Ты же пузырь, да? Давай. Хорошо. Видите, уже темнеет. Ох. Ох, пиздец, я чуть не заметил. Пиздец, тут темно теперь, смотрите, реально. То есть водоросли светятся, да? Но все равно темно. Видите, фонарь прям помогает. А, все, опять светло. Инвентарь сохранен. Давай. Давай тогда воду мне сразу. Потому что мне сейчас пить и надо будет. Уже. Ресурсы. Стекло сетчатое. Давай сетчатое волокно мне. Сетчатое волокно. Вот. О, смотрите, мне для антирадиационного костюма два сетчатых волокна надо. И свинец. Без понятия, откуда свинец брать, честно говорю. Его добывать надо, то есть он не производится. То есть мне нужен свинец и для сварки еще что-то. А что вот, я не помню, для сварки надо было. Магний, пыльца, камикадзе, титан. Камикадзе это рыба, кажется, такая, которая взрывается, да? Что-то такое. Помню, давай сразу тогда съедим воду. Так, отлично, съедим воду. Давай еще тогда стекло. Нахрена мне экономить, да, титан. Еще титан. И стекло еще. Давай тогда и аптечку сразу съедим. И сделаем новую. И давай сразу яйцо существа сюда. Титан. И в ящик. Где у нас тут ящик мой был? Вот он. Его переименовать можно. Кстати. А как это сделать? Во. Английским пишу. Не русским. Мусор. Отлично. Мусор. Взято. Да нахрен ты... Нахрен ты его взял? Блин, в него мало помещается. Смотри, в него почти вообще ни хера не помещается. Вы охерели. Блин, темно, ну ладно. Ладно, вот как-то так, наверное, для этой серии будет достаточно. Я вот так даже сохранить игру. То есть лайк, подписка, да? Спасибо за просмотр.